Не путать добро со злом и разбираться в мировой информационной повестке актуально всегда. В этом уверены российские военные. В преддверии Дня защитника Отечества они проводят уроки мужества в учебных заведениях. В этот раз ветераны боевых действий пришли беседовать со студентами автомеханического техникума. Начали традиционно с гимна Российской Федерации. Далее подполковник Александр Крамаренко выступил перед студентами. Фашистские организации. Русофобия, нападение на наши храмы, несогласных жителей ЛНР и ДНР с такими вещами преследовали. Вот сейчас скажу цифры, вы только вдумайтесь, да? Иногда мы цифры как-то воспринимаем поверхностно. За 8 лет было уничтожено обычных мирных жителей 14 тысяч, из них 500 детей. Вдумайтесь, применялись страшные методы. Третьекурсник Алексей Калинин не первый раз бывает на подобном уроке. Всегда интересно и актуально, уверен парень. Патриотизм, я считаю, это лично для себя, это любовь, вера в свою страну, свой народ, в первую очередь, любовь к своей культуре и готовность защищать свою страну. Уроки мужества проводятся во всех учебных заведениях Ульяновской области – в школах, колледжах, университетах. Сила воли, стремление быть первым, а также проявление мужества в своих поступках. Эта презентация помогает понять молодежи, что такое мужество и кто такой мужественный человек. Лекции проводят во время классных часов. Виктория Чиркова, Марат Мегдиев. Улправда ТВ.